Это невероятно, но прошла уже целая неделя после появления Pets Go, и сегодня вечером будет первый апдейт, который мы с вами обязательно встретим на стриме. FunPay — это торговая площадка, на которой вы можете купить не только Robux или предметы в Роблоксе, но и в любой другой онлайн-игре. Сервис работает с 2015 года и отлично себя зарекомендовал среди игроков. Оценка сайта 4,9 при 20 тысячах отзывов. Это первый и самый крупный маркетплейс для геймеров в СНГ. На сайте вы найдете товары для сотен онлайн-игр, а торгуют ими тысячи обычных игроков. Из-за высокой конкуренции между ними на FunPay очень низкие цены. Все сделки проходят несколько этапов. Оплата, выполнение заказа и подтверждение. Продавец получает деньги только после того, как выполнит заказ, поэтому покупать на FunPay дешево и безопасно. Ссылку на сайт вы найдете в описании к этому ролику. Здорово, ребята, это Димер, канал Itzbro, и сегодня будет отличный видеоролик. Я буду открывать сегодня множество крутых бустиков и плюс расскажу самые последние сливчики предстоящего апдейта. Но вначале, ребята, огромное спасибо за вашу поддержку роликов по Pets Go. Обязательно подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайкосики, и сегодня вечером каждого из вас я жду на стримчике. Скорее всего, у меня получится запустить стрим сразу на двух платформах, и на Ютубе, и на Твиче. Твич для тех, у кого Ютуб плохо работает, ну а Ютуб для тех, у кого хорошо все работает, можете на привычной платформе этот стримчик посмотреть. Ссылку на Твич оставляю в описании, Ютуб вы так знаете. Ну, конечно, ребята, в начале ролика сделаю розыгрыш на питомцев из Pets Go. Обязательно подпишитесь, поставьте 777 лайков за сегодняшний день и оставьте классный комментарий с вашим логином. Отправлю вам питомцев со статами больше, чем 1,5 миллиона. Посмотрю, какие питомцы у меня будут в инвентаре и закину вам через почту. Ребята, вам огромное спасибо за поддержку. Ну а также не забывайте подписываться на мой телеграм, потому что прямо сейчас там проходит розыгрыш на питомцев из Pets Go. И, конечно, будут много интересной информации по поводу обновления. Начну с того, что целую неделю я без остановки фармил с этого аккаунта. Это аккаунт без доната. Я не донатил в этот режим, хотя тут донат на самом деле так много. И удалось мне нафармить питомца, ребята, не смотрите. Самый крутой питомец на этот аккаунт выпало 6,5 миллионов. Так вот, ребята, у меня 103 самых крутых бустика, я ни разу с этого аккаунта еще не открывал, и сегодня вместе с вами посмотрим, что мне удастся выбить за фарм за целую неделю, капец. Я очень надеюсь, что повезет. Самый крутой питомец, который мне попался, ребята, на 55 миллионов, это было вне кадра, это было вне бустов, а то есть с обычной прокрутки на один из моих аккаунтов выпал питомец. Ну что, по традиции я подрубаю. Давайте так, я открою сейчас 50 таких бустов, потом я вам покажу сливчики предстоящего обновления, расскажу интересную информацию по поводу апдейта, а потом еще 50 с лишним штучек откроем и посмотрим, какой дроп сегодня будет. Ну что, бустики подрублены, и предлагаю сразу несколько открытий сделать вместе с вами по традиции 550. Ну, такими питомцами, я думаю, что уже никого не удивишь. Давайте последний, и потом под музычку, под приятную, быстренько все это дело прокрутим. Ребята, надеюсь, сегодня что-то будет интересное.
все, первые 50 открытий — это сплошное разочарование, лучший питомец на 3,5 миллиона. Вот такой вот мифический риппер, 12 тысяч гемов, капец. Итак, первый пост касаемый Pets Go появился несколько дней назад в твиттере разработчиков. Вот такой скринчик, из которого видно, во-первых, у нас появится два новых кубика. Огненный кубик Fire Dis, скорее всего, скорость у нас какую-то должен прибавлять, потому что в ивенте, по-моему, в Pet Simulator'е он как раз на скорость влиял, хотя у нас есть вроде как другая какая-то тема. Вот, но, возможно, кубик тоже будет помогать. И плюс какой-то супер крутой куб, который, скорее всего, будет давать удачу больше, чем 1 миллион. Потому что вы видели, даже на моем примере я за вот эту неделю открыл уже, не знаю, 200-300, может быть, этих кубиков, и ничего годного реально не выпало. Ну вот, на примере сегодняшнего ролика видно 3,5 миллиона, хотя я фармил целую неделю, капец. Возможно, кубик будет какой-то прям крутой. Ну и плюс, у нас будет на воздушном шарике подарки, скорее всего, локации падать, а плюс новый вид предметов. А вот это что такое, вот которое слева сверху, возможно, это будет первый реберт. По крайней мере, есть такое мнение. Интересно было бы реберт видеть в этом режиме или нет. Ну и плюс, буквально час назад у нас появилась анимация нового huge питомца. Вот так вот этот питомец будет выпадать. Дадыш. Ну, скорее всего, это какой-то Huge Inferno Cat или Fire Cat, какой-то огненный. Ну, по крайней мере, очень на это похоже. Ну и плюс один пост есть у меня в Телеграме. Кстати, не забывайте обязательно подписываться. Там по поводу обновления будет за час до начала апдейта ивент. То есть за час до обновления будет ивент на двойную удачу. За 30 минут до обновления тройная удача. За 10 минут x5. 5 минут, соответственно, x10. И за минуту, то есть нам на минуту подрубит до обновления ивент на 25 иксов удачи. И, кстати, скорее всего, если обновление не сразу произойдет, какая-то задержка будет, возможно, этот ивент затянется, может быть, даже и на 5 минут. Поэтому, ребята, обязательно заходите на стримчик, чтобы это событие не пропустить. А, кстати, появился счетчик. Да, до нового обновления остается 19 часов 37 минут. Таким образом, обнова будет, как обычно, в 19 часов по московскому времени. А ну что, подрубаю тогда оставшиеся бустики и давайте сделаем попыточку номер 2. Может быть, в ней немножко больше повезет. Давайте вот в это место пойду, здесь я еще пока что не открывал. Так, авторолл подрублен и падает 195. Ладно, ребята, я очень надеюсь, попадется сегодня питомец больше, чем 6,5 миллионов.
Ну и по факту получается, что во второй части мне выпал, во-первых, питомец также на 6,5 миллионов. Еще один вот такой кибербани плюс на 2,5, на 4,6 миллиона. И это с учетом того, что у меня закончились радужные бусты. И там их буквально 6 штук было. И без радужных бустов выпало реально намного-намного лучше. Повод задуматься. Но в любом случае, ребята, 6,5 миллионов за 105 самых топовых бустов – это очень-очень мало. Но уже утром появилась дополнительная информация по поводу сегодняшнего обновления. У нас появятся награды за питомцев. А, ребята, дополнительная информация у меня в Телеграме. Обязательно заходите, посмотрите. За каждого питомца вы будете получать разные награды. Но единственное, непонятно, вам нужно будет отдать этого питомца навсегда в обмен на награду. Или вы просто награду получите за то, что этот питомец у вас есть. Дальше у нас появится новый геймпасик на випку. Чуть позже покажу, что он будет давать. А также появится новый Forever Pack, которого мы безумно все ждали. Конечно, тратить миллионы робоксов мы всегда хотим. Информация по поводу геймпасика на випку, что он даст. Во-первых, 400 тысяч гемов, повышенную удачу, эксклюзивный ховерборд, эксклюзивную торговую лавку, а в чате появится ваш тег и трейдинг-икона. Что это такое за иконка, пока что неизвестно, но походу только ради повышенной удачи и ради гемов можно этот геймпасик покупать. Единственное, только точной стоимости геймпасика на випку пока что нет, но раз уж вы будете получать 400 тысяч гемов, то заплатите вы как минимум 400 робоксов. В любом случае, ребята, очень надеюсь на вашу поддержку, обязательно подрубите лайкосик. Во-первых, вы в розыгрыше поучаствуете, ну и плюс, конечно, поддержите видосик. А плюс, ребят, напоминаю, сегодня в 19 часов по московскому времени выходит первое обновление в Pets Go. Жду вас на стримчике и на ютубе, и на твиче. В зависимости от того, где вам удобнее, где у вас лучше стабильнее работает, обязательно заходите, ссылка на Twitch есть в описании, на YouTube вы и так прямо сейчас видосик смотрите. Также, ребят, не забывайте подписываться на мой Telegram, на розыгрыш попадайте по Pets Go, ну и плюс важную интересную информацию по поводу обновлений, по поводу стримов вы там найдете. Всем удачи, пока-пока! I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning.